Всем привет! Сегодня у меня был очень насыщенный день. Я успела побывать на дне рождения, потом я успела дать интервью. Нам подарили японскую шоколадку. Вот японские студенты со своими коробками. Сейчас буду давать интервью. Понятия не имею, о чем я буду говорить. Тема, конечно же, Корея, по-моему. Ну, думаю, я найду, что сказать. Сначала я думаю, что интервью будет про Корею. Почему я сюда приехала и все такое. Но оказалось, что интервью было про Казахстан. Меня спрашивали про моду в Казахстане, про мисс Казахстан, кто выиграл. Если честно, я не знала, кто мисс Казахстан, но я успела зайти в интернет и узнать, кто эта девушка. Потом мне подарили всякие подарки, сладости. Так долго искала в Корее Мак и нашла наконец-таки его на Honda, представляете? Только выхожу от этого. Мне кажется, что немножко рано, но, по-моему, уже все начали готовиться к Новому году, потому что все так на улице стало красиво, все так прям украшают. You're not allowed. Is it true that they are shooting with pee on you? I don't know what they do, but girls are not allowed. Someone told me in Hamburg when a woman goes to the.